Привет-привет, ребятки! Сегодня мы с вами продолжим космическое приключение с улиткой Бобом. В предыдущий раз, ребятки, мы прошли 13 уровней, а сегодня мы пройдем оставшиеся 12. Готовы, ребята? Отлично, мы с Бобом тоже готовы. Давайте начинать. А вот и Боб, ребятки! Привет, ребята! Рад видеть вас снова! Привет-привет, Боб! Ну что ж, Боб, давай для начала соберем звездочки. Вот она первая звездочка. Вот она вторая. Ток-ток-ток-ток-ток. А вот и третья звездочка. Отлично. Теперь, Боб, мы можем двигаться дальше. Включаем магнитное поле. Жмем на кнопочку. И инопланетянин скатывается вот так вот. Застревает. И теперь, Боб, можешь лететь наверх. Вот так вот. Ух ты, здорово, я снова хожу по воздуху. Отлично, Боб, спускайся вниз и проходи к выходу. Так, постой-ка, Боб, что-то здесь много всего летает. Давай-ка осмотримся, вот здесь есть платформа, так, которая нажимает кнопочку. Вот здесь еще одна, ух ты, звездочка, которая тоже нажимает кнопочку. И мы берем вторую звездочку. Так, вот здесь гравитация, какая-то дверь непонятная. Здесь какой-то ползунок. Ага, вот она, третья звездочка. Ну что ж, Боб, теперь лети наверх. Тем самым ты упрешься вот в эту верхнюю платформу и не попадешь на лазер. Готов? Взлетай, Боб. О-хо-хо! Так, Боб, отлично. Немножко подвинем тебя. Теперь подвинем платформу снизу. Падай, Боб. Так, еще чуть-чуть двигаем Боба, ребятки. Ставим платформу наверх. Боб снова не попадает на лазер, и теперь Боб может спускаться к выходу. Так, Боб, подожди чуть-чуть. Давай возьмем вот эту звездочку. Теперь возьмем вот эту вторую звездочку. А вот за надписью «Выход» третья звездочка. Возьмем ее тоже, ребятки. Так, вот здесь есть вращалка. Вот здесь есть кнопочка, которая двигает платформу. И вот здесь наверху кнопочка. Давайте я ее нажму. Давай, Боб. Так, теперь задвигаем платформу. И теперь, Боб, можешь проходить дальше. Теперь инопланетяне не встретятся у тебя на пути. Немножко взлетай наверх и заползай на разворачивалку. Так, ребятки, разворачиваем Боба. Так, взлетай. А, нет, подождите, ребятки. Так Боб попадет на инопланетянина. Нужно его запереть снизу. Так, опускаем снова. Запираем платформу. И теперь, Боб, можешь проходить к выходу. Вперед, Боб! Ух ты, ребятки, смотрите, Боб снова в этой летающей штуке, и вокруг снова много-много лазеров. Значит, нам снова нужно проходить очень-очень аккуратно. Все верно, Боб, этот уровень нужно проходить очень аккуратно, нажав на все вот эти кнопочки. Так, аккуратненько проползаем, Боб, нажимай на первую кнопочку, оп, и появляется звездочка, берем ее. Теперь аккуратненько-аккуратненько проходим дальше. Главное не зацепить лазеры. Так, вторая звездочка. Теперь пролетаем чуть дальше. Точно так же аккуратненько, не торопясь. Нажимаем третью кнопочку. Берем последнюю звездочку. И все, Боб, можешь проходить к выходу. Ох, спасибо, ребятки, что так аккуратно помогли пройти уровень. Пожалуйста, Боб. Так, Боб, постой чуть-чуть. Ух ты, это же мой инопланетный братишка. И правда, Боб, на этом уровне снова есть улитка-инопланетянин. Братишка наверняка нам снова поможет. Скорее всего, Боб. Так, звездочки мы собрали. И теперь, Боб, ты можешь двигаться дальше. Так, вот здесь есть кнопочка, которая тебя оттолкнет. Вот здесь еще какие-то кнопочки. Ладно, Боб. Поднимаем тебя наверх. Проползай чуть-чуть. Опускаем тебя вниз.
Теперь подходи к пружинке. Пэу, Боб! Так, теперь взлетай наверх и проходи, нажимай кнопочку. Вот так вот. Так, Боб, смотри, теперь пошла инопланетная улитка. Вот теперь-то нам братишка и поможет. Скорее всего, Боб, давай дадим немножко улитке проползти вперед. Теперь поднимем его наверх. И пускай он нам нажмет на кнопочку. Вот так вот. Спасибо, братишка, в очередной раз выручил. Так, Боб, подожди чуть-чуть. Давай осмотримся. Вот здесь у нас есть инопланетянин. Вот здесь кнопочка с пружинкой. Звездочка. Ну и давай сразу найдем оставшиеся. Вот она, вторая. Ребятки, смотрите, а вот она спряталась, третья звездочка. Но от нас с вами она не спрячется. Все три звездочки собраны, Боб, и ты можешь идти. Так, включаем гравитацию. Нет, ребятки, что-то не то. Может быть, я пойду нажму на кнопочку? Ну, давай попробуем, Боб. Отключаем магнитное поле. Боб жмет на кнопочку. Так. Теперь снова давайте включим магнитное поле. И включим гравитацию. Так, инопланетянин взлетает наверх. Ага, и катится влево. Нажимает на кнопочку. И теперь давайте его спустим, чтобы они с Бобом не столкнулись. Спускаем. Инопланетянин прилипает. Так, подталкиваем Боба. Ну что ж, а теперь, Боб, ты можешь проползать к выходу. Ох, смотрите, ребятки, Боб сразу спрятался, значит, впереди какая-то опасность. Возьмем вот эту звездочку, сразу возьмем вторую. Так, вот здесь есть кнопочка, которая активирует колесики. А вот здесь снизу есть магнитные поля. Давайте их включим. Возьмем третью звездочку, и ты, Боб, можешь проходить. Опа! Так, Боб, проползай дальше. Теперь подождем, пока отключится верхний лазер. И теперь, Боб, можешь лететь наверх. Вот так вот. Теперь жмем вот эту кнопочку. Боб немножко откатывается. И давай, Боб, жми на кнопку. Вот так вот. И выход открыт. Отключаем колесики, и ты, Боб, можешь проходить к выходу. Вперед, Боб. Та-та-да, та-та-да, снова выход мы нашли. Так, ребятки, давайте осмотримся. Вот здесь у нас коробок, в котором внутри лежит звездочка. Вот здесь у нас телепортирующая штука. А вот она и вторая. Здесь у нас кнопочка с пружинкой. А здесь разворачивалка. Давайте возьмем звездочку. Сверху у нас ездящая платформа. Давайте этой платформой примагнитим коробок. Опустим его на кнопочку. Чик. И Боб может проползать. Сходи-ка, Боб, нажми на кнопочку. Вот так вот. Ух ты, звездочка сверху! Берем звездочку и отталкиваем Боба. Так, Боб, постой чуть-чуть, а мы с ребятками передвинем коробок. Вот так вот. Как-то меня туда-сюда телепортировало. И правда, Боб. Давай-ка попробуем еще разочек. Снова примагнитим коробок. И телепортируем еще раз. Опа! Теперь получилось. Проходи, Боб, разворачивайся. И теперь можешь проходить к выходу. Телепортируйся обратно, а вот и выход, Боб. Этот уровень выглядит как-то совсем непонятно. Итак, ребятки, на этом уровне мы снова видим улитку-инопланетянина. Вот здесь у нас есть кнопочка, но пока мы ее нажимать не будем, потому что вот здесь есть опасный лазер. Вот здесь наверху вторая кнопочка.
Вот здесь сверху какая-то платформа. Здесь какое-то закрытое окошко. Давайте, ребятки, для начала возьмем вот эту звездочку. А теперь немножко подождем. Так, Боб, проползай и поднимаем тебя наверх. Теперь снова подождем, ребятки. Поставим платформу вот сюда. Эй-эй-эй, наверх, наверх, Боб. Ты так не шути. Открываем вот эту платформу. И быстрее, быстрее, Боб, опускайся, стой. Еще б чуть-чуть бы тебя поджарил лазер. Ух ты, вот здесь у нас показалась звездочка. Боб, сейчас мы немножко выждем и дальше поменяем тебя с улиткой-инопланетянином. Так, Боб, спускаем тебя. А вот и выход, Боб. Но мы же еще не нашли третью звездочку. Действительно, ребятки, у нас же есть еще третья звездочка, которая, скорее всего, находится вот за этим окном. Но как же нам ее найти? Так... Ага, ребятки, смотрите. Вот она штука, которая накапливает энергию. Сейчас лазер ударит в нее еще разок, и она нам откроет звездочку. Подождем чуть-чуть. Опа, а вот и звездочка, и ты, Боб, можешь проходить к выходу. Так, Боб, постой чуть-чуть, а мы с ребятками пока осмотримся. Вот здесь есть кнопочка гравитации, вот здесь есть крутилка, которая крутит вот этот лазер, нужно быть с ней осторожным. А вот здесь разворачивалка. Тыкаем вот сюда, и появляется звездочка. Ну и давайте возьмем сразу вторую звездочку. Вот она, ребятки. Так, теперь вот этой штукой настроим лазер, чтобы он не зацепил Боба. Вот так вот. И ты, Боб, можешь проходить. Теперь немножко проползай и нажимай на кнопочку. Так, стой, спускаем тебя. А вот и третья звездочка, здорово. Так, Боб, можешь пройти чуть-чуть вперед. Давайте нажму верхнюю кнопочку. Давай, Боб. Теперь снова нам нужно убрать лазер, чтобы Боб на него не плюхнулся. Вот так вот аккуратненько, аккуратненько. Так, Боб. Спускайся. Теперь разворачиваем Боба, ребятки. Проползай, Боб, чуть-чуть. Стой. Опять смещаем лазер, чтобы он не тронул Боба. Вот так вот. И Боб может проходить к выходу. Отлично, ребятки. О, муравей! Они и здесь, оказывается, есть. И правда, Боб, даже на этой планете есть муравьи. Но для начала давайте, ребятки, найдем звездочки, тем более, что вот они все три рядом. Вот здесь у нас есть разворачивалка, а вот здесь гравитация. Нажмем гравитацию. И теперь муравей нажимает нам на кнопочку. Так, Боб, можешь проходить. И сейчас тебе нужно будет перелететь на переворачивалку. Взлетай, Боб, и опускайся. Так, муравей нажмет на кнопочку еще разок. Теперь опускаем Боба, разворачиваем его, и Боб может проходить к выходу. О, отлично, остался всего лишь один уровень. А вот и последний, 25-й уровень, ребята. Вот она, летающая тарелка, на которой Боб может вернуться домой. Для начала давайте возьмем вот эти две звездочки, и ты, Боб, можешь проползать к тарелке. Ой-ой-ой, кто это такой страшный? Боб, это злая космическая улитка, которую нам нужно победить, чтобы освободить летающую тарелку. Ребятки, смотрите, сверху и снизу у нас лазеры, поэтому нам нужно поднимать и опускать Боба, чтобы он нажимал на кнопочки, при этом не попадаться на лазеры. Так, Боб, опускайся. Третья кнопочка. И осталась всего лишь одна кнопочка.
подожди немножко, Боб. Спускайся вниз и нажимай на последнюю кнопку. Вот так вот. Тарелка падает на злую улитку, и Боб может проходить к выходу. Ура, ура, ребятки! Берем последнюю звездочку. Проходи, Боб. Ура! Я снова могу вернуться домой! Здорово! Полетели! Я лечу домой, я лечу домой. Привет, дедушка! Ай, смотрите, ребятки, Боб упал прямо на курятник дедушки. Но тем не менее, Боб теперь дома, и наше приключение на этом заканчивается. Да-да, ребятки, я снова дома. Огромное вам спасибо за помощь. Спасибо вам за то, что помогли мне решить все задания. Пожалуйста, Боб. А на этом, ребятки, наше космическое приключение с Бобом заканчивается. Но впереди Боба еще ждет много других приключений. И поэтому, ребятки, мы с вами скоро снова увидимся. До встречи на канале Игрули ТВ. Пока-пока, ребятки.